Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, будем знакомиться с интересным циферблатом, который подходит сразу же для нескольких моделей часов. Во-первых, он подходит ко всем часам Samsung, начиная с версии Galaxy S Gear S2. И поехали для Galaxy Watch 4, ну и, естественно, всех других моделей часов с круглым циферблатом на Wear OS. Вот сначала мы посмотрим, как он смотрится и как он работает на версии Tizen. Циферблат российского разработчика из Питера, зовут его Максим. Его работа действительно очень шикарная. Смотрим, дорогие друзья, что мы здесь с вами имеем. Ну, во-первых, сожженные калории, а внизу топ-зона на будильничек, который обозначено аларм, да? Далее, сколько мы с вами натопали шагов, счетчик шагов, потом сколько у нас вообще в принципе задано в Samsung Здоровье, 10 тысяч в моем случае, и топ-зона для календаря, как вы видите. Нажали и календарик. Далее у нас с вами здесь заряд аккумулятора, потом цифровое время в секундах, может быть как 12-часовым, так и 24-часовым, как в моем случае, и здесь вот показано, что это именно так. Далее здесь у нас написано, сколько дней в этом году и сколько недель в этом году вверху, как вы видите. Ниже у нас обозначено число месяца, дальше сам месяц, название на русском языке, потом число месяца. И здесь написано пятница на русском, а здесь на английском сокращенно. Далее у нас, пожалуйста, сколько у нас, какой вернее у нас пульс. Отображение пульса и здесь низкий, средний, высокий. Далее у нас сколько мы натопали с вами в километрах, либо в милях, в зависимости от настроек вашего смартфона и, естественно, сам год. Вот такой вот интереснейший циферблатик, информативный, ну и действительно красивый. Вот так, дорогие друзья, на данном циферблате выглядит режим AOT или экран всегда. Ну а теперь давайте пройдемся по настройкам, которых здесь немало. Если мы с вами нажмем вот сюда, хоп, тапнули, у нас всплывает такое менюшечко, которое показывает что-то, где у нас меняется. Вот здесь затемняется экранчик. Смотрите, мы с вами убрали и теперь тапаем по этой зоне. Он начинает затемняться, его можно затемнить, либо сделать ярким, как в этом случае. И еще раз нажали. Что у нас еще? Здесь я вам уже показал, там зоны, здесь открывает будильник, здесь календарь. Следующая у нас вот эта вот топ-зона. И давайте посмотрим. Мы ее нажали, она кастомная. Здесь можно выбрать то, что вы хотите. Нажали, галерейку выбрали, допустим, потом нажали один раз, всплывает галереечка. Если вам хочется переназначить, дважды тапнули на эту зону, и опять всплыло то, что вам нужно. Выбрали и поехали дальше. Следующая тема вот здесь. Смотрите, lamps написано, да? Зона. Проверяем, что это такое. Убираем и поехали. И, как видите, загораются лампочки такие, импровизированные сверху. Смотрится достаточно прикольно. Раз выключили, раз включили. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Еще у нас есть зона посередине. Вот здесь и вот здесь. Закрываем и смотрим, что у нас посередине. Двойной тап. Здесь двойной тап. И, как вы видите, у нас изменяются цвета. Цветов, дорогие друзья, смотрю, просто очень много. Реально много. Отключаем подсветочку. И поехали. Вот вернулись мы наконец-то к своему цвету. Цветов, как вы видели, действительно много. Вот еще и вот еще одна зона. И проверяем, что у нас здесь. Здесь у нас измерение пульса. А здесь внизу, смотрите на цифровое окошечко. Меняется само окошечко. Раз, шире сталось, меньше. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот такой циферблатик. Пока что мы с вами посмотрели на Tizen. А теперь переходим на Galaxy Watch 4 и смотрим, как это все работает на нем. Когда вы установите циферблат на Galaxy Watch 4, он будет выглядеть у вас вот так. Вот именно так. Здесь не будет, как вы видите, калорий. И не будет, сколько у нас вообще шагов задано в Samsung Здоровье. И здесь же не будет расстояние, пройденного нами. Но все это можно установить, так как здесь ставятся виджеты. И мы с вами об этом немножко поговорим. Здесь, смотрите, нажимаем посередине, у нас меняется, как вы видите, вернее, загораются лампочки. Тоже так же, как и на Tizen, только на Tizen здесь нажимается, а у нас здесь просто посередине.
Далее мы имеем ту же самую информацию. Счетчик шагов, пожалуйста. Заряд батареи. Цифровое время 12 или 24 дни, недели. Здесь какой месяц числовой. И также по-русски написано февраль. Дальше пятница и фри на английском. Число месяца. Потом, как вы видите, здесь также пульс и год. Нажали на сердечко, и он начинает у нас измерение пульса. Далее все настройки переводятся в настройках, естественно. Нажали, долгий тап 3 секунды, потом настройки и поехали. Первое – это цвет. Как вы видите, цвета изменяются. Здесь чуть поменьше цветов, чем в Tizen. Но также достаточно яркие, сочные цвета. Следующее – это что на Tizen уменьшалась цветность, вернее яркость. Да, вот здесь мы тапали, и яркость уменьшалась. Здесь в настройках, вот, пожалуйста, можно уменьшить яркость. Можно увеличить яркость циферблата. Следующее, это, помните, окошечко центральное, да? Время цифрового, оно увеличилось или затемнялось по краям, или убиралось это затемнение. Off-on, пожалуйста. И следующее, это как раз-таки те виджеты, которые мы с вами можем настроить. Нажали, дали разрешение и пошли по выбору. Здесь можно поставить, ну не знаю... Выбрали погодку, дальше следующую зону можно выбрать также какое-то вас интересующее время, допустим, мировое, секундомер можно воткнуть, да, закладочки какие-то сделать, звукозапись, калькулятор, батарея часов, количество шагов, непрочитанное уведомление, допустим. Мы поставили с вами, и последнее здесь то же самое. Выбрал я закладочки, допустим, своего канала. Нажимаю ОК. И готово. Уведомление. Ссылочка на мой канал. И погода у меня есть. Вот такой вот классненький циферблат. На Tizen, пожалуйста, ссылочки все в описании видео. На этот будет раздаваться промокоды. Естественно, за лучший комментарий, во-первых, а потом уже тем, кто первым поставил лайк и написал комментарий под данным видосиком. Желаю вам, как говорится, чтобы вы выиграли этот промокодик. Под Tizen ссылочка и под VIR ссылочка в описании видоса. Вам, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мое видео будет для вас полезным. До свидания, всего доброго и до новых встреч.